והיום אנחנו מדברים על ברית. И сегодня мы будем говорить о завете. אני רוצה שתדמיינו מצב שאתם מקבלים התגלות. Я хочу, чтобы вы представили себе такую ситуацию, что вы получаете откровение. כמו משה קיבל התגלות. Так же, как Муше получил откровение. אולי אלוהים אומר לך, הנה, אתה צריך עכשיו לנסוע לאפריקה ולשרת שם למישהו. Возможно, Бог тебе говорит, что сейчас тебе нужно поехать в Африку и там кому-то послужить. ואתה מתלבט, אתה מתווכח, אתה חושב, האם זה נכון או לא. И ты сомневаешься, где-то споришь, думаешь, правильно тебе это делать или нет. אבל הוא נותן לך עוד סימנים, עוד סימנים, ואתה ממש בסופו של דבר בטוח, חד משמעי זה דבר אלוהים. И потом Бог тебе показывает еще знаки, и ты в конце концов уверен, что это Божья воля. כלומר, אין פה אפילו איזשהו חוסר הבנה, או אתה לא מתלבט יותר, אתה יודע שזה רצון של אלוהים, ממש שולח אותך. То есть ты получаешь такое откровение, где нет никакого недопонимания, ты точно знаешь, что это Божья воля, и Бог так тебя ведет. אז אתה מסכים, אתה לוקח אולי את החפצים שלך, נכנס למטוס ומתחיל לטוס. И возможно, ты собираешь свои вещи, садишься на самолет и начинаешь свой путь. ואז כשאתה טס, פתאום מטוס מתקלקל באמצע, באוויר. Когда ты летишь туда, то происходит какое-то замыкание, и самолет останавливается в воздухе. Он не просто останавливается, он начинает ломаться прямо на своем пути. И нет ничего, что тебя бы спасло. И Бог не собирается тебе здесь показывать никакое чудо. Тебе просто, ты сейчас умрешь. И вдруг ты слышишь голос Бога, который говорит, так тебе и надо. Музар, נכון? Странная ситуация, да? קיבלת התגלות, עשית כמו שצריך, ופתאום הנה, קיבלת. Ты получил откровение, ты сделал по откровению, как Бог тебе повелел. И вдруг это то, что ты получаешь? יש אפילו בדיחה כזאת, לא יודע אם שמעתם. Есть даже шутка такая, не знаю, если вы слышали. לבן אדם אחד ניבו שהוא ימות בים. Одному человеку пророчествовали, что он умрет в море. И когда он получил это пророчество, он был еще молодым, и он вообще не приближался к морю. Он не плавал, он не подходил к морю, он не отправлялся в какие-то круизы. То есть все, что связано с морем, он туда не приближался. И речь идет не про хорошего человека, про плохого человека. И прошло где-то 40 лет. И тогда ему сказали, послушай, есть такой круиз очень хороший. И для него это было большое искушение. Речь шла про корабль 18-этажный, шикарный. И тысячи человек были на этом корабле. И тогда он сказал сам себе, может быть, мне стоит попробовать, это настолько меня очень хочется. Здесь тысячи человек будут на этом корабле, просто мне трудно поверить, что вдруг мы все умрем. И тогда он преодолевает себя и садится на этой корабль, и также все люди. И море кажется спокойным, и все хорошо. Он стоит на палубе, он смотрит на красивое море и очень рад, что он это делает. И тогда он обращается к Богу и говорит, вот видишь, כל הנבואה הזאת הייתה סתם. Все это пророчество было ерунда. אתה לא יכול פתאום עכשיו להמית את כולנו. Ты же не можешь сейчас всех нас умертвить здесь. יש פה 18 קומות, אלפי אנשים. Здесь 18 этажей, здесь тысячи людей. ואז פתאום הוא שומע קול. לקח לי 40 שנה לאסוף אתכם. И тогда слышит голос с неба. 40 лет я вас всех собирал здесь. אבל כל מה שסיפרתי, זה לא סתם סיפרתי את זה. То, что я рассказал вам, не просто так. כי יש פה בפסוקים שאנחנו קראנו, בפרשת שבוע שהייתה קודם,
Микре меод меод доме вельо барур. Потому что в тех местах Писания, которые мы читали, в недельной главе, которая была до этого, есть очень ясное послание. Машу доме карале Моше. И есть случай, который очень был похож на то, что произошло с Моше. Закатув бапере карба бесефер шемот. Написано это в Исходе в 4 главе. Саха коль шней псуким. Шлоша псуким, ми 24 ад 26. Все мы говорим только про три стиха. Мамаш, ми 24 ад 26. С 24 по 26. Питом баэмца шель коль мине сипурим, еш это шлоша псуким элю, ше бекля лё кшурим лешум давар. Мы читаем главу, историю, и вдруг тут появляется третий стиха, которые ни с чем не связаны. Элоим мешахнеа, мешахнеет Моше, ше у царих лалехет вэле уце там Исраэль. Бог убеждает Моше, что ему нужно пойти к фараону и вывести народ Израиля. После множества сомнений он соглашается. Он берет свои вещи, он берет свою жену, своих детей и идет исполнять то, что Бог повелел ему. Он получил откровение Бога, и он верит, что это Божья воля. И потом мы видим в пасуке 24, что в лайла, без манчем яшну, ба Элоим лямит ото. И вдруг мы в 24 стихе видим, что на ночлеге случилось то, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Элоим ба лямит ото. Он хотел умертвить его. אתמול הוא דיבר עליו שהוא צריך, יש לו בשבילו משימה ממש ממש גדולה וחשובה, ופה הוא בא להרוג אותו. Вчера только Бог говорил Моше, что для него большой план, и он должен совершить Божью работу, а сегодня ночью он собирается его умертвить. למה זה קורה? Почему это происходит? למה הוא צריך להרוג את משה? Почему Бог хотел убить Моше? אולי יש משהו שלא טוב אצלו, והוא צריך לתקן את זה. Возможно, есть что-то, что в нем нехорошо, ему нужно это исправить. וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים להסתכל במקומות אחרים, איך אלוהים מתנהג. И для того, чтобы увидеть это, нам нужно посмотреть в других местах, как Бог себя ведет. וכל זה קשור לברית. И все это связано с заветом. אנחנו ממש... גם בפרשת שבוע של היום וגם בפסוקים לפני זה רואים המון פעמים שאלוהים חוזר על משפט מסוים. И в сегодняшней недельной главе и во многих других местах Писания мы видим, что Бог часто говорит одно и то же предложение несколько раз. לדוגמה בפרק 2 בפסוק 24. Например, во второй главе в 24 стихе כתוב שהוא שמע את נאקת בני ישראל ונזכר בברית שהוא עשה. Написано, что Бог услышал стенания сынов Израилевых и вспомнил завет свой. בפרשת שבוע של היום הוא אומר עוד פעם, אני נזכרתי בברית עם אברהם. И в сегодняшней недельной главе он говорит, я вспомнил завет мой с Авраамом. ואז הוא בא לעשות משהו. אלוהים בא לעשות משהו. И тогда Бог собирается что-то сделать. ואנחנו דיברנו היום, איליה כבר דיבר היום, שאלוהים באמת הוא תמיד מקיים את הברית שלו. И мы сегодня говорили, и Илья говорил о том, что Бог всегда исполняет свой завет. הוא לא משתנה. Он не меняется. הוא יכול להעניש אותנו. Он может наказать нас. אבל הוא עומד בברית שלו. Но он всегда исполняет свой договор, завет. ואז פה נשאלת השאלה, אבל מה לגבינו? И тогда задается вопрос, а что по поводу нас? האם אנחנו עומדים בברית? Соблюдаем ли мы завет? האם בכלל על איזה ברית מדובר פה? Вообще, о каком завете речь идет здесь? במה אנחנו צריכים לעמוד? מה החוקים שלו ומה הדרישות שלו? В чем мы должны, в каком договоре мы должны стоять? Каковы законы, каковы правила? מה הייתה הבעיה של משה שהוא רצה לרצוח אותו, להרוג אותו? И почему здесь Бог нашел какую-то проблему с Моше до такой степени, что хотел умертвить его? ואיליה קרא היום מספר של... אלא עברים. И сегодня Илья читал с послания к евреям. והיה שם כתוב שמי שלא עמד אפילו בתורת משה, בברית שהייתה עם המשה, יהיה לו עוד יותר גרוע בברית עם ישוע משיח. И там было написано, что тот, кто не соблюл завет с Моше, тот завет, который Бог заключил с Моисеем, то ему будет еще хуже в завете с Ишуа. כי כתוב אפילו בברית משה היו צריכים להרוג אותו. Написано, что и по закону Моисееву должны были его предать смерти.
Потому что если кто-то находится в завете, а со своей стороны не соблюдает этот завет, единственное наказание, которое его ждет, это смерть. В каком завете что не соблюл Моше? Он что-то не сделал, он не исполнил свою часть договора. И один договор был в то время. Это был завет с Авраамом. Илья сегодня тоже прочитал несколько мест Писания. Написано в Бытие в 17 главе. Иногда мы читаем частично вещи, и мы не читаем полностью контекст. Иногда мы хотим просто принять из Слова Божьего только то, что нам выгодно и нравится. אבל בכל הפרק הזה כתוב שכשאלוהים קורא ברית עם אברהם, הוא אומר לו מה הם התנאים של הברית ומה הוא דורש מאיתנו. Но во всей этой главе, когда Бог заключает завет с Авраамом, он говорит, какие условия завета и что Бог требует от нас. והוא אומר שלא רק מה הוא דורש מאברהם, אלא מכל בנים שלו. И он говорит не только то, что он требует от Авраама, но от всех его сыновей и потомков. אז הוא אמר לאברהם, לא רק תלך לפניי. И он сказал Аврааму, не просто ходи передо мной. Будь праведником или исполняй закон. Но в 10 стихе он говорит, что такое завет. И написано, что сей завет мой, который вы должны соблюдать, между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. И потом он говорит про обрезание. А давар айхид, ше недраш ми Авраам, ве ми кол абаним шело, зе ласот брит миля. Все, что в то время требовалось от Авраама и от его сыновей, это делать обрезание. Везе брит ле нецах нецахим. И это завет вечный. Во веки веков, на все поколения. Ло недраш мимену шум давар ахер. Ничего пока от него не требовалось другого. Мецад шени, мая хова шел Элоим. С одной стороны, какова была обязанность Бога? Омар гам шлоша дварим. Он сказал три вещи. Эхад, шени арбе отха, вее леха амон амон еладим. Первое, что я размножу тебя, и у тебя будет много детей. Давар шени, ани итен леха, это арец азот, эфо шайом анахну гарим. Второе, я дам тебе ту землю, на которой мы сегодня живем. Ве давар ашлиши, омар ло, ше анахну ние, бе эрец ахерет, и авду отану. И третье, Бог сказал, что вы будете рабами в чужой земле, но потом я освобожу вас и выведу вас из этой земли. И все это было в то время, когда Бог заключил завет с Авраамом. И когда он встретил Моше, он начал исполнять свои обещания. Ушама коль бне Исраэль ве матхил ле отцио там. Он услышал голос народа Израиля и вывел их из Египта. Уквар, мамаш, ешквар арбе еладим эцель Авраам, ам шалем бе Мицраим. И у Авраама он исполнил также свое обещание, у него уже было много потомков, целый народ, который был в Египте. Убухер бе Моше, аваль Моше уло омед бе брит. Он избрал Моше, но Моше не выполнил свою часть завета. Ки катув шам ציפורה לוקחת אבן, בעצם סכין אבן, ועושה ברית לבן שלו. Потому что написано, что тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего. ואז אלוהים עוזב אותו. И тогда Бог оставил Авраама. אלוהים עשה תיקון ביחסים ובעמידה בברית. אלוהים עושה תיקון עם משה. Бог исправил завет с Моше, ситуацию. ועכשיו משה עומד בברית שלו. И теперь Моше смог выполнить свою часть завета. והנקודה שאני רוצה להביא אלינו. И то, что я хочу передать вам. אתה לא יכול לשרת לאלוהים. Вы не можете служить Богу. לקיים את הרצונו שלו, אם אתה לא עומד בברית שלו. Вы не можете исполнять Его волю, если вы не стоите в Его завете. הוא בא להרוג אותו.
Бог собирался убить его. Ципора яда малясот. А Сипфора знала, что делать. Зато мерет эм яду, що єш бая. То есть они знали, что есть проблема. Эм яду, що маші корей цлам бе мішпаха, машу ло такін бе клапе Елоїм. Они знали, что то, что происходит у них в семье, не совсем угодно Богу. Що мадайн машу ло мушлам цлам, що царих ли такін. Что что-то у них несовершенно, что-то, что нужно исправить. Ве іне єш тікун ваз Моше акшав яхол ламших ва лишарет. И вот есть исправление, и теперь Моше может продолжать и служить. Вани акшав поне елейну, аваль ма легабейну. И я сейчас хочу обратиться к нам, а как насчет нас? Эцло ая брит эхад. У него был только один завет. Аваль эцлейну мацав квар иштана. Но у нас наше положение изменилось. Анахну квар омдим лифней шлоша, шалош бритот. У нас мы стоим в трех заветах. Ани самахти, кшайом Володя дибер омар, ани айти иуди, ани не шарти иуди, ва ани амших льот иуди. И мне очень понравилось сегодня, когда Володя говорил, я родился евреем, я сейчас еврей, и я продолжу быть евреем до конца. Ашила маза омер. И вопрос, что это значит? Эх за митбате бехаейну. Нас как это мы выражаем в нашей жизни? Еш бемет чаво шавар дибарну арбе аль идентификация шилану, аля геним шилану, шанахну цехим лахзор лаэрец Исраэль. На прошлой неделе мы говорили про наши гены, про нашу самоидентификацию, то, что мы должны вернуться в землю Израиля. Есть шлоша дварим, ше ам Исраэль шамар, кши оя бы Мицраем. Есть три вещи, которые народ Израиля сохранил, когда он был в Египте. Эм бемет мецад эхад и дардору меод. С одной стороны, они очень деградировали. Аваль эм шамру аль шлоша дварим, зе аля сафа. Но они сохранили три вещи. Первое, аля бигуд ве аля шемот шелаем. Они сохранили свой язык. Второе, они сохранили одежду. И третье, они сохранили свои имена. Эм натну шемот Исраилим. Они своим детям давали израильские имена. А я мувдалим. Они одевались так, что было видно сразу по одежде, это евреи, это не евреи. И они говорили на иврите. Возможно, что они, да, начали поклоняться египетским богам. Но оставалось все равно что-то, что их приближало к их Богу. Ам Исраэлю нафоц беколя арацот. И сегодня евреи живут по всему миру. Аваль еш адайн идентификация, еш геним, шо омрим, ини, иуди. Но есть какая-то идентификация, есть в крови гены, которые говорят о том, что ты еврей. Вебойом эхад за питом миторер. И в один день это все пробудится. Ваз маза омер льет иуди азе. И тогда что значит быть евреем? Бе эйзе брит анахно омдим бетор иудим. В каком завете мы стоим, будучи евреями? Аз брита решона ше дебарно але зе брит им Авраам. И первый завет — это завет с Авраамом. Ве омер ше имата иуди. Он говорит, что если ты имата еврей. Имата бен Авраам. Если ты сын Авраама. Брит миля. То ты своим сыновьям должен делать обрезание. Холим по кама нашим лагид, аваль ма, ата ло зохер. Ше безман талмидим амру ли коль мене гоим, а тем ло црихим ля сот эдзе. Но и вы можете сказать, разве ты не знаешь, что в посланиях Нового Завета апостолы нескольким языческим общинам, вернее, общинам из народов сказали, что можно не делать обрезание? Зе нахон. Это правда. Им ата ло юди, ата ло царих. Ве альта асе, зе ло бишвильха. Если ты не еврей, не надо своим детям делать обрезание, это не для тебя, ты не обязан. Авалим эцлеха еш геним шел иуди, ло мишане лифи има, лифи аба, ло мишане лифи ма, ата иуди. Но если в тебе течет еврейская кровь, если у тебя есть гены по маме, по папе, неважно по кому, то ты еврей. Азо омер леха, таамот бе брити. И поэтому Бог к тебе тоже обращается, стой в этом завете. Зе брит им Авраам. Это есть завет с Авраамом. Возможно, некоторым людям это сложно. Возможно, некоторые люди не получили откровение. Но Божье Слово не меняется. Бог говорит, стой в моем завете.
мале бевраха. И тогда твое служение будет наполнено благословением. Ани роце лишоль отхем. Я хочу спросить вас. Аим еш тариму яд миши хошев, шеу мишарет лэлуим бецура кольши. Кто из вас думает, что он, ну хотя бы каким-то образом служит Богу? Поднимите руку. Тариму яд. Поднимите руку. Есть люди, которые думают, что он вообще никак не служит Богу? Поднимите руку, которые, те люди, которые думают, что ну никак не получается у вас служить Богу, никак вы не служите. Okay. אנחנו אומרים, אני משרת לאלוהים. В основном мы говорим, я служу Богу. ובצדק, אנחנו עושים איזשהו שירות. И это правда, мы какое-то служение но выполняем. למה אנחנו עושים את השירות הזה? Почему мы его выполняем? כי אנחנו שייכים למשהו. Потому что мы принадлежим чему-то. אנחנו שייכים לאלוהים. Мы принадлежим Богу. אנחנו שייכים לעם שלו. Мы принадлежим его народу. ואנחנו היום בתור מאמינים, שייכים, ובכלל, אנשים שמאמינים, לפעמים שייכים משני קצוות. И мы, как верующие, можно сказать, с двух сторон принадлежим Богу. Эхад, лифи, брит им Авраам, им брит им Моше. С одной стороны, через, брит, через завет с Авраамом и завет с Моше. За им ата иуди. Это если ты еврей. Валь мецад шене нахну шаяхим ле Элоим дерех брит им Иешуа Машиах, дерех брита хадаша. И с другой стороны, мы принадлежим Машиаху Иешуа через Новый Завет. Великоль брит еш этот наим шело. И в каждом завете есть свои условия. Есть это мехуявут, гам мецад шел Элоим, и гам мецад шелану. Есть обязанности и с нашей стороны, и со стороны Бога. Вы им ата роце лешарет ле Элоим. И если ты хочешь служить Богу, ты холь лешарет, им ата умет бебрит. То ты можешь служить Ему, если ты соблюдаешь завет. Ты холь гам ласот это за блишеру, таваль еш адайн бая, к Моше раину и Моше. И ты можешь это сделать без служения, но есть проблема, которую мы увидели в случае с Моше. אז ברית אחד זה היה ברית עם אברהם, ברית שני זה היה עם כל העם ישראל. И поэтому первый завет был с Авраамом, второй завет со всем народом Израиля. והברית עם עם ישראל הוא היה הרבה יותר מורחב. И завет с народом Израиля был намного более сложный. אלוהים אמר מצד שלו, אני יביא אתכם לארץ המובטחת. Бог со своей стороны сказал, я приведу вас в землю обетованную. כלומר, אני ממשיך לעשות את מה שהבטחתי לאברהם. То есть я продолжу делать то, что я обещал Аврааму. אבל עכשיו מבן אדם נדרש הרבה יותר. Но от человека теперь требуется намного больше. ויש שלושה פרקים שלמים שנקראים גם בפרשת שבוע משפטים. И есть три главы, которые мы читаем в недельной главе Мишпатим, суды. ממש שלושה פרקים, 21, 22, 23, מדברים על חוקים שאלוהים דורש מכל בן אדם שנכנס לברית לעמוד בהם. Три главы, 21, 22, 23, о том, что Бог требует от тех, которые стоят с Ним в завете. המון דברים. Очень много вещей разных. הדברים שקשורים כלפי בן אדם לבן אדם. Вещи, которые нам... определяют отношения от человека к человеку. И также между Богом и человеком. Я хочу воодушевить вас, чтобы вы прочитали эти стихи, это в книге Исход. И здесь наше положение усложнилось, и как мы можем все еще соблюдать этот завет? Но это возможно. אחר כך אנחנו עוברים לברית החדשה. И потом мы подходим к Новому Завету. ובירמיהו אומר חד משמעי מה הוא רוצה לעשות בברית הזאת. И в Иеремии Бог однозначно говорит, что Он хочет сделать с этим заветом. בפרק 31, מפסוקים 31 ועלה, הוא אומר מה הדרישות, מה הוא מחויב לעשות ומה הוא נותן לנו. В Иеремии 31 главе с 31 стиха написано однозначно, что Бог требует от нас и что Он дает нам взамен. И Он говорит, я заключу не такой завет, который заключил с Моисеем на горе Синай, но я заключу другой завет. Он говорит, я свою Тору напишу на сердцах людей. Эйзе Тора, эйзе хуким уиршом על הלבבות של אנשים. Какую Тору и какие законы он запишет на скрижалях нашего сердца? Ота Тора, שניתנה בהר סיני.
ту же Тору, которую Бог дал на горе Синай. Отам хуким ве мишпатим, шо натану там ле Моше, акшаво омер, зе е бетох халев шелаем. Те же законы и суды, которые он дал Моше, он теперь говорит, это будет в ваших сердцах. Им лифней за ита хаяв лекро ве леамин ве лешмоа. Если до этого тебе нужно было прочитать, поверить и услышать. Авал айом у мафтех машу ахер, омер, акшаво та тида отам. Сегодня он обещает что-то другое. Он сказал, ты будешь знать их. Зе е бифним бетохеха. Это будет в тебе внутри. דבר שני שהוא מבטיח. Второе, что он обещает нам. הוא אומר, אני אסלח לחטאים שלכם ולא אזכור אותם. Он говорит, я грехи ваши прощу и больше их не вспомню. זה דבר מאוד מאוד חשוב. Это очень важная вещь. אומר, אני עושה משהו שסולח לכם. Он говорит, я делаю что-то, и чтобы простить вас. שמחפר על כל החטאים שלכם, אתם תהיו נקיים ב... בעיניים שלי. То, что освободит вас от ваших грехов, вы будете чисты в моих глазах. ודבר שלישי מאוד חשוב שלאון נגע היום. И третье, что очень важно, о чем Леон тоже сегодня говорил. זה צד של אלוהים. Это сторона Бога. הוא אומר, עם ישראל, הוא ימשיך להיות עם שלי לתמיד. Он говорит, народ Израиля будет во веки веков моим народом. הוא אומר, עד אותו זמן, אם השמיים עומדים והארץ עומדת. Он говорит, пока небеса стоят на своем месте и земля существует. עם ישראל ימשיך להיות עם שלי. Народ Израиля будет моим избранным народом. אני אדאג לו ואני אעזור לו. אני אברך אותו, אני אעודד אותו. Я буду заботиться о нем, я благословлю его, я сохраню его. כלומר, הוא לא נעלם. Он не исчез. אלוהים לא שכח אותו. И Бог не забыл его. Или זה בדיוק ההבטחה של ברית החדשה. Но это обещание Нового Завета. הבטחה בדיוק הפוכה למה שרבים חושבים. Обещание, которое полностью противоположит тому, что многие думают про него. עם ישראל נשאר להיות שייך לאלוהים. Народ Израиля всегда продолжал и будет принадлежать Богу. אבל דבר אחד חשוב, מה שישוע הוסיף. Но очень важно то, что добавил Иешуа. אומר, בברית הזאת, אני אשלח לכם את המנחם, את רוח הקודש. Он говорит, в этом завете я вам пошлю утешителя, Святого Духа. הוא יזכיר לכם את כל מה שאני למדתי. И он напомнит вам все то, о чем я вам говорил. זה ממש מתקשר לדבר ראשון, מה שאלוהים אומר כשכותב את התורה שלו בלבבות שלנו. Это связано с тем, что Бог говорит о том, что он пишет свою Тору в наших сердцах. כי היום רוח הקודש מזכירה לנו דברים. Сегодня Дух Святой напоминает нам то, что Бог говорит. יכול להיות שאתה לא מכיר את כל המשפטים שאלוהים נתן בעל פה. Возможно, ты не знаешь наизусть все то, что Бог дал. אבל רוח הקודש אומרת לך מבפנים, תשמע, תיזהר פה. תעצור פה. Дух Святой говорит тебе внутри, здесь будь осторожен, такого не делай. או שהפוך, עשית משהו, פתאום אתה מרגיש בושה. Или ты сделал что-то, и вдруг ты чувствуешь облегчение совести. הנה, כי דבר אלוהים חי בפנים. Потому что Слово Божье живет внутри тебя. ואני עכשיו חוזר ממש ממה שהתחלתי. Я хочу вернуться к тому, с чего я начал. האם אתה עומד בברית? Стоишь ли ты в завете, соблюдаешь ли ты свою часть завета? Ципора яда хад машмаи ма бая эцлам. Сипфора знала однозначно, какая у них проблема в семье. וישר היא רצתה לתקן את הבעיה הזאת. И она тут же захотела исправить эту проблему. היא לא התלבטה, היא לא שאלה מה הבעיה. Она не сомневалась, она не спрашивала, в чем же проблема. יכול להיות שמשה בכלל ישן באותו זמן. Возможно, Моше вообще спал в это время. ידה מה הבעיה? Она знала, в чем проблема. כי הם הרגישו את זה לפני זה. Потому что они чувствовали это еще и до этого. והיום רוח הקודש אומר לכל בן אדם ששייך לאלוהים ומשרת לאלוהים. И сегодня Дух Святой говорит любому человеку, который принадлежит Богу и служит Богу. הוא תמיד אומר לו, האם יש בעיה בשירות שלך? Он всегда говорит, есть ли проблема в твоем служении? האם יש בעיה לעמוד בברית של אלוהים? Есть ли проблема в том, что ты стоишь в завете с Богом. ופעמים רבות אנחנו מנסים לדחות את זה. Часто мы хотим отвергнуть это. אנחנו לא מקשיבים לכל הרח הזה של רוח הקודש. Мы не слышим этот тихий, мягкий голос Святого Духа. ואז הוא מדבר פחות ופחות. И тогда он говорит меньше и меньше. אתה מתעסק עם השירות שלך, אתה משרת בשמחה לאלוהים. Ты делаешь свое служение, ты с радостью делаешь его перед Богом. אבל דוחה את רוח הקודש. Но ты отвергаешь Святого Духа.
ואני רוצה להגיד חד משמעי שאלוהים מדבר אלינו. Я хочу однозначно сказать, Бог говорит с нами. הוא רוצה שאנחנו נעמוד בברית שלו. Он хочет, чтобы мы стояли в его завете. כי אז נוכל להביא לו פירות רבות. Тогда мы сможем принести ему много плода. וכל ברית הוא נחתם בדם. И любой завет, он подписан кровью. גם אז עם אברהם וגם עם משה זה היה דרך החיות. И с Авраамом, и с Моше это было через кровь животных. Но Новый Завет запечатлен кровью Машиаха Иешуа. И с одной стороны, Бог показывает нам, как мы должны стоять в Его Завете. Но с другой стороны, Он продолжает изливать свою любовь. В Иоанна, в первой главе, там כתוב, что אנחנו קיבלנו חסד על חסד. Написано, что мы получили благодать на благодать. התורה כתוב ניתנה דרך משה וחסד האמת דרך ישוע משיח. Написано, что закон нам дал через Моисея, а благодать истина через Иешуа Мессию. אבל שניהם היו חסד על חסד. Но эти два завета, они были благодать на благодать. אלוהים לפי האהבה הגדולה שלו קראת את הבריתות האלו. Бог по своей великой любви заключил с нами эти заветы. במקום אחר כתוב שאוהב אותנו כשאנחנו היינו עוד בחטאינו. В другом месте написано, что он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. והוא רוצה גם לעודד אותך ולהגיד, אני אוהב אותך. И он хочет воодушевить тебя и сказать тебе, что он любит тебя. הוא רוצה לתקן את הדרכים שלך. Он хочет исправить твои пути. אומר, אני מכיר אותך מהילדות. Он говорит, я знаю тебя с детства. אני מכיר את כל הצעד שלך שאתה עושה. Я знаю все шаги, которые ты сделал. אני אוהב אותך. Я люблю тебя. תשתנה. Изменись. תקשיב לי. Послушай меня. אני מוכן להיות בשבילך תמיד במה שאתה זקוק. Я готов быть для тебя всем, чем, в чем ты нуждаешься. Леон דיבר על שמות היום קצת. Леон сегодня говорил про имена Бога. אלוהים יודע את המצב שלנו. Бог знает наше состояние. ולפי האהבה שלו הוא שופך ומוכן לבוא ולעזור לנו. И по своей любви он готов прийти к нам и помочь нам. זה הצד שלו, זה המחויבות שלו. Это его обязанность в этом завете, это его сторона. אז אני פשוט רוצה באמת להכריז את הדברים האלו לכל בן אדם. Я хочу провозгласить эти вещи каждому человеку. אלוהים באמת אוהב אותך. Бог действительно любит тебя. מלכתחילה אוהב אותך. С самого начала он возлюбил тебя. אבל הוא לא אוהב את החטא שאתה עושה. Но он не любит тот грех, который ты делаешь. הוא לא כל כך אוהב כשאתה פונה מהדרך. Он не любит, когда ты уходишь с правильного пути. בגלל זה הוא בא ושולח את רוח הקודש כדי לתת לך תיקון. Поэтому он пришел сюда, и он послал Духа Своего Святого, чтобы исправить твой путь. ואם תקשיב, если ты внимательно будешь его слушать, תוכל להביא פירות רבות. Тогда ты сможешь принести много доброго плода. בוא נתפלל. Давайте мы помолимся. אבא, אנחנו מודים לך שאתה מכיר אותנו. Отец, мы благодарим тебя за то, что ты знаешь нас. כל מה שאנחנו עוברים. Все, что мы проходим. Это צעדים הישרים שלנו ואיפה אנחנו נופלים. Наши правильные шаги или наши падения. אתה מכיר איך אנחנו פונים מהדרך. Ты знаешь, как мы уклоняемся от правильного пути. ולפעמים בשירות שלך גם עושים דברי חטא. И иногда даже в служении тебе мы делаем грех. אני מבקש, תתקן אותנו. Я молюсь, чтобы ты исправил нас. תעזור לנו להקשיב לקול שלך ולהשתנות. Слышать твой голос и изменяться. תעזור לנו לקיים את המצווה שישוע נתן לנו. Помоги нам исполнять ту заповедь, которую Иешуа дал нам. מצווה אחד. Одну заповедь. סך הכל מצווה אחד נתן לנו. Всего лишь одну заповедь Иешуа дал нам. אומר, תאהבו אחד את השני. Он сказал, любите друг друга. אבל זה הכי קשה. Но это самое сложное. תעזור לנו, אבא. Помоги нам, Отец. לאהוב את רעינו כמו שאתה אוהב אותנו. Возлюбить ближнего так, как ты любишь нас. למרות החטאים שלו, למרות המצב רוח שלו, למרות ההתנהגות שלו. Несмотря на его грехи, несмотря на его настроение, несмотря на его поведение. תעזור, אבא. Помоги нам, Отец. אני מבקש שאתה תחדש את ימינו כקדם. Я молюсь, чтобы ты обновил наши дни, как прежде. ותעזור לנו לעמוד בברית שלך. И помоги нам стоять, ходить в твоем завете. תעזור לנו לזכור מי אנחנו. Помоги нам помнить, кто мы.
שאנחנו גם יהודים וגם דרך ישוע שייכים לך. Что мы евреи, и через Иешуа мы принадлежим тебе. יש פה אנשים רבים אולי שמסתכלים עלינו דרך האינטרנט. Возможно, есть люди, которые есть точно люди, которые смотрят нас через интернет. והם לא יהודים. Они не евреи. אבל כל בן אדם שרוצה להיכנס לברית. Но каждый человек, который хочет зайти в твой завет. הדלתות פתוחות. Двери для него открыты. כי ישוע אמר. Потому что Иешуа сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Наоборот, я очищу его и приму его в свою семью. Мы благодарим тебя, Иешуа, за то, что ты даешь возможность каждому человеку. И каждого человека ты впускаешь в завет с народом Израиля. את כולם עשית לבנים שלך, אבא. Всех сотворил быть твоими сыновьями и дочерьми. תלמד אותנו. Научи нас. להיות בנים שלך באמת. Научи нас быть истинно твоими детьми. להיות אור בעולם הזה. Быть светом в этом мире. ולהביא פירות רבות. И принести много плода. בשם ישוע. Во имя Иешуа. Аминь.